Всем привет, друзья! С вами канал «Большие перемены». С вами я, Гамир, и моя супруга Лина. Мы живем в Таиланде уже второй год. И заметили, что здесь очень часто проходят мероприятия, которые организуют наши соотечественники. Это и концерты, и турниры, и многое другое. Кстати, некоторые из них вы можете увидеть на нашем канале. Одно из таких мероприятий – праздник Сабантуй. Этот уникальный праздник уже третий год подряд проводит русская школа «Рассвет» на Пхукете. И мы рады быть частью этого события. Итак, для тех, кто не в курсе, давайте расскажем, что такое Сабантуй. Сабантуй – это удивительный праздник татарского народа, традиционно отмечаемый с песнями, танцами и, конечно же, национальной кухней. На этом мероприятии можно увидеть невероятные выступления артистов, принять участие в мастер-классах и даже попробовать свои силы в традиционных играх. Атмосфера здесь просто волшебная. Повсюду веселье и гостеприимство. Русская школа «Рассвет» – первая и единственная школа острова, обучающая детей в уютной, комфортной обстановке на родном языке. Помогаем им мягко пройти адаптацию и аттестацию при переходе в новый учебный мир. Мы делаем невозможное и любим своих учеников больше, чем их родителей. Мы флагман российского образования в Таиланде. На Сабантуе нас поздравил от имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича генеральный консул Российской Федерации в городе Пхукет Иванов Егор Валерьевич. Также собрались участники из различных ансамблей со всего Таиланда. Начиная с Пхукета, заканчивая Бангкоком, они исполняли как татарские, так и русские народные танцы. Город Бангкок. Художественный руководитель Алексеева Екатерина. Также организаторы провели бесплатную лотерею среди посетителей. И номер 254. Вас на меню ресторана. Можно сходить и вкусно покушать. Два номера. И даже мы кое-что выиграли. Кому интересно узнать подробности, пишите в комментариях. Основателей Hammer Production и создателей YouTube-канала «Большие перемены» Лина и Гамир. YouTube-канал «Большие перемены» – это канал о путешествиях. Подписывайтесь на их канал, чтобы, возможно, увидеть себя на видео с Сабантуя. Ребята всегда рады новым идеям и предложениям. Это, кстати, было про нас.
сегодняшний день запомнится не только веселыми играми и вкусной едой. Один молодой человек решил сделать предложение своей девушке прямо со сцены. Это было невероятно романтично и впечатляюще. Друзья, в этот замечательный вечер я хочу сделать предложение руки и сердца моей любимой девочке. Нес, will be you my wife. I love you a lot. Да-да. Я тебя люблю. Люби меня. Спасибо. Это какой парень? Представьте себе, на фоне звучат народные мелодии, все гости затаили дыхание, и вот он самый трогательный момент. Девушка сказала «да». Это еще одно доказательство того, что Сабантуй объединяет сердца и создает незабываемые моменты. Хотим выразить благодарность организаторам праздника. Русской школе «Рассвет», а также спонсорам, поддержавшим организацию «Сабантуй». Прекрасный праздник, мы очень рады, что все пришли. Это было чудесное мероприятие, надеюсь, гостям понравилось. Это был отличный день. Все очень зарядились позитивными эмоциями от наших гостей. И мы желаем, чтобы эти позитивные эмоции у каждого продолжали целый год. До следующего Сабантуя! Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. До скорой встречи!